Получить заграничный паспорт стало проще. В главном офисе МФЦ установили криптобиокабину. О новом механизме расскажет Катрина Тайбарей. Ряды государственных помощников пополнили и современные технологии. В офисе МФЦ появилась криптобиокабина. Теперь, чтобы получить загранпаспорт, можно обойтись без визита в паспортный стол. У нас появилась возможность осуществлять прием граждан по приему заявлений на выпуск заграничного паспорта нового образца, так называемого. То есть паспорт, который содержит биометрические данные заявителя. Кабина оснащена системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрих-кода и другими устройствами. Плюс система в том, что вам не нужно будет лично приходить в управление Министерства внутренних дел. Вся процедура с момента подачи заявления и выдачи готового паспорта осуществляется на базе МФЦ. Для получения заграничного паспорта необходимо обратиться в офис МФЦ, подать заявление, оплатить госпошлину, пройти со специалистом в криптобиокабину для снятия биометрических данных и ждать извещения о готовности паспорта. В зависимости от жизненной ситуации, перечень документов для получения загранпаспорта может разниться. Для более подробной информации вы можете обратиться к оператору колл-центра по номеру телефона, который вы видите на экране. Специалист также отмечает, что сроки изготовления заграничного паспорта остаются прежними – от 1 до 3 месяцев. Катерина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».